Здравствуйте, дорогие друзья. Вышли наши товарищи. Покушали только что. Мишка. Мишка. В общем, Лана там что-то он шкребет. Рыжик на своей волне, ребят, почистил ему глазки. Это самое, там правый глазик у него немножко как воспалился. Я смотрю, воспаленность спала, все нормально. Рыжик. 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 Лана. Лана, Лана. Мишка. Лана. Мишка, Лана, Лана, Мишка. Короче, ноль эмоций, друзья. Вышли на улицу, тут у них свое кино. В общем, с утра была такая прекрасная погода, друзья. Лебедей сегодня не видел. Вот. У нас пасмурно. Буквально вот с полчаса, как начались это самое. Начался такой ветерок и тучи. Тучки, тучки. Видимо, будет дождик. Вот. Ну, ничего. В общем, не снимал вам ребятишек, все нормально. Мурка, друзья, где-то убежала, покушала и пошла по своим делам. Вот. Все нормально, все хорошо. В общем, передают вам все привет. Лану, друзья, только покупали, только, ну, как покупали, это высушили феном, расчесали. Ну, буквально полдня, и она опять на улице вот такая вот взъерошенная. Так что это ненадолго. Красоточка. Красотка. Опа. Ну, что-то уже надумала. Что-то надумала. А. До Мишки. До Мишки пошла. Очень они хорошо гуляют. Настоящий брат с сестрой. В общем, друзья, хорошего вам дня, хорошего настроения. Пусть у всех все ладится. И у братьев наших меньших, и у вас все будет хорошо. Всех вам благ. Мишка. Лана смотрит, Мишка. Пошел по своим делам. Сейчас и Лана за ним побежит. Ладненько, друзья. Всех вам благ.